Всем привет! Вы на канале Lucky Bro Taekwondo. Если что, я Вова. Этот ролик будет про то, как... про мою историю Taekwondo, как я с белого пояса до желтого пояса. Я всего Taekwondo занимаюсь 3,5 года. Ну что же, приготовитесь, возьмите вкусняшки-печенюшки и погнали! Этот момент, как я первый раз пришел на Taekwondo. В это время было на улице лето. У меня еще не было формы, я был новичок. Мы идем на турники. Вот и я. Вот я подтягиваюсь. Вова. Я подтягиваться умел хорошо, потому что мой вес был легкий для меня. У меня уже в это время появился дабок, и я уже научился делать удары по пальчаге. И в этом видеоролике, ну в этом отрывке, мы делаем всякие мини-мини связочки. В этом моменте я занимаюсь тэквондо уже 4 месяца и показываю саджу чурги, саджу маки и чонджи. Ну а сейчас мы будем делать спецтехнику обтяги. Из-за коронавируса у нас проходили тренировки онлайн. Вот как мы занимались. Мы делаем здесь удар передней рукой. Моя аттестация на бело-желтый пояс. Я спаррингуюсь с челом под именем Роман. И это тренировка на улице. Тут мы делаем всякие разные удары руками и всяких стоек. Соревнования, и в первых же соревнованиях я победил. Вот я получаю диплом и медаль 3-го места. А как же без боя с палками?
А вот в конце я побеждаю. А вот это мы делаем удары в слоумо. Обчаги с разножкой тоже в слоумо. Мои вторые соревнования. Мне попался какой-то очень жесткий чел. К сожалению, я его не победил, но мне все равно дали третье место. А это аттестация на желтый пояс. Мы делаем удары ногами. Теперь мы поменяли стойку, ну а сейчас мы делаем дангун туль. Вот дангун туль уже заканчивается. Теперь мы делаем спецтехнику. Вот я, кстати. Мы бьем долю отчаги. Ролик, вышедший в сентябре, где я делаю все тули, которые я знаю. Ну а вот это конкретно досен. А это совсем недавний ролик, где мы придумывали связки руками и ногами. Вот я делаю свои связки, сочиняю, и вот какая получается.